my life as a thug nigga till the day I die. Live my life as a boss player, cause even getting high. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the hoes is for the stress. It's criminal lifestyle. С гран-при Антон Козлов из Ульяновска, представитель Carville Racing на BMW E30. Да, про бабка написано, видите, карбон-кевларовый кузов, очень интересная комбинация. Вот, казалось бы, прошло время этих автомобилей, но прошло да не прошло на самом деле. И Антон Козлов, аккуратная постановка для первой попытки, сойдет, безусловно. А дальше нужно будет что-то делать с этим более впечатляющее. Перекладка уже в OZ1 и аккуратно собирается. Собирает эту внешечку Антон Козлов. Здесь перекладка еще одна. Сейчас будет его за два. И остается доехать до финиша через внутренний тачингол. Тут скорректировался по углу Антон. Ай-яй-яй. Заходим к Carville Racing и Антону Козлову, его байран на запасном автомобиле, который называется «Бабка». Просто. «Бабка просто». Не про «Бабка», а «Бабка просто». Ну, тут надо доехать до зоны постановки. Напомню, что правила позволяют вернуть боевую машину завтра. Так что будем надеяться на возвращение карбон-кевларовой. Такой вот бабули, фитнес-бабули. Навел я справки, там проблемы со сцеплением возникли просто-напросто. Решили не рисковать, не мучить технику, заняться заменой агрегата. А посмотри-ка, а бабка-то могет. Бабуля может, да, бабуля может. Ну и напомню, что поскольку две команды у нас уже, да, в полном составе в топ-16, есть еще одна сохраняющая шансы на столь же представительный состав в следующем раунде парных заездов. Это команда. Аккуратная постановка для первой попытки сойдет, безусловно. А дальше нужно будет что-то делать с этим более впечатляющее. Перекладка уже OZ1 и аккуратно собирает эту место. Гран-при Антон Козлов из Ульяновска, представитель Carville Racing на BMW E30. Да, про бабка написано, видите, карбон-кевларовый кузов, очень интересная комбинация, вот казалось бы, прошло. Прошло время этих автомобилей, но прошло да не прошло. На самом деле, и Антон Козлов, аккуратная постановка, для первой попытки сойдет, безусловно. А дальше нужно будет что-то с этим.